Областное радио. Мы, наоборот, в федерации отмечаем большой приток ребят в шахматы, особенно 6, 7, 8, 9-летних ребят. Их очень много. Но с чем это связано? Прежде всего с тем, что федерация запустила 5 лет назад программу такую «Шахматы в школе». Вот. И шахматы стали в некоторых школах нашего города и области одним из обязательных предметов в начальной школе с 1 по 4 класс. 1 час обязательно. Вот последний наш эксперимент, это вот на базе нашего 130-го лицея в Академгород. Мы лицеистам добавили один урок шахмат вместе с математикой и вместе с физкультурой. И очень интересные результаты получили. Один из академиков наших СУРАН был у этих ребят, лицей сотрудничает с Академией наук, и задавал такие очень интересные задания, общеразвивающие, да, на передвижение тел в пространстве. И вот ребята в этом классе, где был урок шахмат вместе с математикой и физкультурой, показали очень интересные результаты. Это отметил и сам ученый наш, в связи с тем, что в других классах такого не было, да, а это было что-то новое. Занимаются по времени? Они на тот период занимались, только начали полгода, это второй класс. То есть... Потому что шахматы — это не только вот такая интересная игра или логическая задачка, которая помогает развитию математических способностей. Это же огромный пласт культуры, в том числе истории, истории шахмат. Конечно. Да, и в шахматах, особенно высших достижений, огромное влияние играют компьютеры, суперкомпьютеры. Конечно, да. Да, когда они влияют на подготовку. А для нас, для простых любителей, конечно, интернет открыл широкие возможности. Можно в интернете сразиться и с равным, и с более сильным на различных игровых площадках, и с гроссмейстером, и даже победить его в интернете. На своем опыте могу сказать, что вот оптимальный в настоящее время возраст — это 5-6 лет. Вот я начал заниматься как раз вот с таким ребенком 5-5 лет, с 5 до 6, потом дальше тренерам передал, потому что с 6 лет у нас прием во все официальные школы, да, идет. Вот. А с 5 лет вроде вот такая ниша, где ребенок проявляет желание, поверьте, с интересом, но вот где ему себя реализовать? Безусловно, безусловно, любовь прививают родители. С кем ребенок может дома играть? Ну, поиграл с детьми, с тренером. С планшетом меньше. В последнее время мы отмечаем такую тенденцию, что вот мальчики играют с папой. И даже мама отмечает. Ну, как папу там к ребенку 6-7 лет, что-то они вместе могут делать. А в шахматы не играют. Очень важный момент — наше старшее поколение, бабушки и дедушки. В том же лицее отметили, девочка начала очень хорошо играть, но очень прилично, да, прогресс. А съездила, наверное, на каникулы к бабушке. Я, говорит, играю с бабушкой. Вот мы по часу, по два играем. То есть... как мне нравится то, что я сейчас слышу. Связь поколений. Мы это впервые отметили. Связь поколений. На сайте Федерации шахмат есть такая интерактивная карта, где в простой форме на уровне дубальги с флажочками обозначены все точки в городе и области, где в какой-либо форме преподаются шахматы. Это очень удобно. Поэтому можно зайти туда, выбрать эту соответствующую точку, да, будет указан телефон, контактное лицо, это лицо связано с Федерацией шахмат, тренер, как правило, какой-то, да, туда обратиться и уже начать заниматься. Ну, необходимо обратиться в Федерацию шахмат. Это Любовь Михайловна Громыко у нас этим вопросом занимается, Светлана Викторовна Козлова, вице-президент, один исполнительный директор нашей федерации. Вот. И можно записаться педагогом таким на курсы специальной переподготовки. Даже так? То есть издан учебник уже «Шахматы в детском садам». Уже неоднократно, уже два раза был повторен по 500 вот этих экземпляров. Вот. То есть, и, соответственно, повысить свою квалификацию и реализовать шахматы в своем детском саду. Даже есть чемпионаты, например, Бердска среди детских по садов. Детским, через... Да, и Новосибирска, ага, да, среди детских садов. Ну, потому что шахматы молодеют. На уровне высших достижений. Чем? Шахматами можно заниматься в любом возрасте, нет никаких ограничений. И поверьте, в них найдет себе каждый что-то свое. Повысился статус шахматных соревнований, ведь на уровне суперфинала чемпионата России, скажем, гроссмейстеры могут зарабатывать и там до миллиона, да, первый приз. Конечно, это все способствует. Мало того, хочу сказать, в команду нашего университета, которая очень успешно сыграла в этом году высшие лиги чемпионата России, мы сейчас пригласили... про НГТУ говорим. Да, да, мы пригласили еще одного такого человека, и вот в этом году вот этот гроссмейстер отобрал женский суперфинал чемпионата России. Поэтому вот такие призовые, такое отношение к шахматам, конечно, позволяют все время, мы считаем, все время приток молодых ребят. В заключение, наверное, девиз нашей Всемирной шахматной федерации «Genus Unus Humus», что означает «Мы все одна семья». Радио 54. Первое областное радио.